Действительно, я очень рада, что фестиваль проходит уже в обновленном зале Центра культуры. И он действительно, этот ремонт дался очень большой кровью. Он затянулся по очень многим причинам. Я не хочу сейчас об этом говорить, но радует то, что сейчас он уже работает, радует наших зрителей и своим новым оснащением, и восстановленной лепниной, и практически новой люстрой, и удивительной мебелью, которая разработана по специальному проекту. Оснащение, которое сейчас установлено в Доме культуры, оно соответствует всем современным требованиям. И я думаю, что те люди, которые будут играть на этой сцене, они оценят и современное освещение, и современное звуковое оборудование. То есть можно сказать, что Дом культуры возродился, и это очень радует не только нас, и всех жителей Силаме, но и тех, кто приезжает сюда. И мы надеемся, что не только театральные коллективы, но и известные музыкальные коллективы будут приезжать сюда, и возобновится та традиция проведения у нас большого количества фестивалей, которые когда-то были и которые, слава богу, сейчас возрождаются после кризисного периода. У меня такое ощущение, что все-таки все это начинает опять быть нужным и каким-то образом воплощается в жизнь те задумки, которые когда-то волей-неволей они были отложены на более благоприятные периоды. Поэтому можно сказать, что это новый дом, новый наш старый дом, и мы очень рады, что он уже работает. Особенно рады те, кто в нем живет. Это работники этого дома и зрители нашего. Для человека это возможность посмотреть фестивали тех режиссеров, которые, вероятно, я никогда больше не увижу. Это что-то новое, и наверняка это единственный раз в нашей жизни. Но маловероятно, что кто-то из нас, наверное, вот специально поедет в тот или иной город, малый город, и будет смотреть выступления любительского театра какого-то малого украинского города или малого чешского города. Все-таки каким-то образом, наверное, это случай, что и надо им воспользоваться. Это я говорю как зритель. Я думаю и призываю всех воспользоваться этой возможностью. Это бывает далеко не часто. А если говорить о том, как я отношусь к этому как мэр, то, наверное, к хорошей обязанности, к хорошей. В том смысле, что это ответственность, ответственность за то, чтобы люди, приехавшие в наш город, чувствовали себя здесь комфортно, чтобы им было здесь тепло, уютно, чтобы они встречали в этом зале зрителей, которые разделяют те или иные идеи, которые они воплощают в своих театральных постановках. Это все очень важно, взаимоконтакты, обогащение культур. Что бы мы ни говорили про всякого рода интеграции, нет ничего более действенного, нежели обыкновенное человеческое общение. Я не очень люблю это слово «интеграция», если честно. Мне гораздо более близко понятие «дружба», «сотрудничество», те слова, которые, к сожалению, становятся сейчас менее употребляемы в нашей нынешней жизни. Так вот, как мэр, хочу сказать, это очень важно для города, что у него есть друзья, что есть друзья у самого города, есть друзья у коллективов, которые в нем работают. Коллектив «Другое небо», не исключение, у него есть уже постоянные партнеры, которые приезжают уже третий раз на этот фестиваль. Это показатель того, что это нужно. Нужно как любительским коллективам, так и зрителям, которые получают возможность, еще раз повторяю, посмотреть что-то новое и, может быть, увидеть нас, людей, со стороны самих себя, со сцены, потому что это еще одна возможность посмотреть те или иные трактовки режиссеров в понимании человеческого восприятия, человеческого выражения. Мне кажется, это очень важно.